Надеюсь, я успел. Всем привет, с вами я, волшебник, и сегодня я постараюсь пройти третью ночь Five Nights at Freddy's, потому что все другие, видите ли, не могли пройти эту ночь, но у меня есть специальная тактика, нужно вот так быстро открывать шкатулку, в общем, заводить, потом надевать маску, снова заводить шкатулку. И так далее. Это очень хорошая тактика. Нужно не забывать светить коридор. Вот он, коридор, свечу. Вот. Надо надеваем маску, светим. И все. И Фокси уходит. Это достаточно легко. Так, надеваем маску, потом заводим шкатулку. Главное, чтобы она была заведена. Смотрим сюда. И камеры побыстро. А вот и Олд Бонни, он на 7-й камере. И Олд Чика на 4-й камере. Отлично. Нужно на них посветить, чтобы они ушли. В коридоре кто-то сейчас появится, а именно Фокси. Вот, 1, 2, 3, 4. Смотрим сюда, 5, 6. Все, он ушел, отлично. Заводим шкатулку. Вам ничего сложного. Мы услышали звук «Хай». Это идет Бэйлон. Бой. Нужно его прогнать. Так, смотрим. А вот и Олд Фокси на 8-й камере. И Олд Фредди на 7-й. В главном холле. А на 4-й камере у нас Олд Чика. Так, надеваем маску. Светим туда, пока здесь не говорят. А вот и Олд Бонни и Фокси. Светим на них. Надеваем маску. Светим. А и ушли. Заводим шкатулочку. Можно наполовину, потом надеваем маску, вот так, надеваем, снимаем, светим, надеваем, снимаем, светим, и далее по кругу, все, ушел, отлично, заводим дальше шкатулку, у нас уже час ночи, великолепно, тут никого нет, так вот и Олд Фредди пришел, надеваем маску, подойдет вентиляции, я слышал вентиляцию. Так, вот и Олд Чика. Надо быстрее завести шкатулку. Снимаем, надеваем маску, светим. Надеваем маску, светим, светим, светим. Смотрим вентиляцию, снимаем маску, светим. Все. Олд Фредди ушел. Смотрим, заводим шкатулку. Вентиляции, вот и Олд Чика, она там. Так, снимаем. Отлично, маску надели. Так, уже 2 часа ночи, великолепно, двигаемся, в правильном направлении. О, надо завести шкатулку побыстрее. О, я успел надеть маску, я успел, но мне надо сейчас быстренько завести шкатулку, иначе я проиграю. Так. Надеваем. Так, быстрее заводим, снимаем, о. Там Фокси. Так. А почему шкатулка продолжает играть? Я не могу понять. О, уже становится страшно. Тут что-то никак не уходит. Фокси! О, боже. Ну, я думал, я успел завести шкатулку. Вот и Чика. А вот и Чика там стоит. Так, аккуратнее. Светим. Вот Чика. Олд Чика, Олд Бонни. А он же стоял здесь. Как он оказался на первой камере? Непонятно. Ладно. Заводим шкатулку. Главное, чтобы Фокси сейчас не выпрыгнул на меня. Вот сейчас появится Фокси. Кто-то залез в вентиляцию. Вот и Фокси. 2, 3, 4, 5. Так. 6. Все. Он ушел. Он ушел. Отлично, отлично. Заводим дальше шкатулку. 2 часа ночи. Сейчас будет 3 часа ночи. Это будет самое сложное. 3 часа ночи. О, вот Бонни на 2-й камере. А Олд Бонни на 1-й камере. А на 3-й камере у нас Фредди. Вот Чика на 8-й камере. О, только что там был Олд Фокси. И он ушел. Так, кто-то идет вентиляции. Вот. Фокси. А где Мангл? Мангл пока не видно. Видимо, ее нет на 3-й ночи. Хорошо. Так. Вот, Чика.
Надо свести шкатулку быстрее, 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 саватистов, а! Вот здесь все, надеваем маску. Вот, Бонни, Бонни, Бонни. Отлично. Бонни ушел. Здорово, так. Смотрим дальше. Сейчас появится, наверное, Чика. Так. Надо быстрее завести шкатулку. Вот и Чика. И Бонни. Бонни и Чика. Олд Бонни и Чика. О, боже, так быстрее, быстрее, быстрее. Так, надеваем маску. О, Олд Фредди. Олд Фредди, Олд Бонни и Олд Чика. Они все здесь. Вот, Олд Бонни, Олд Чика. И, о, быстрее, надевай, надевай, надевай. Я успел. Надеюсь, я успел. Да что ж такое? Так, так, схватись, быстрее, схватись. Да, как же сложно. Я думал, будет не так сложно. Вот, вот, Фокси, Фокси, 2 часа ночи. Да как хотя бы до 4 утра дожить, я не понимаю. Ну. Вот, все, он ушел, надеваю маску. А почему этот звук? Так. Вентиляции никого нет, тут никого нет, а тут никого нет, а тут никого. О, Чика, Олд Чика. Олд Фокси. Так, так, надеваем маску, надеваем. Почему эта шкатулка так быстро заканчивается? Ну и только что ее заводил? Да что ж это такое? Заводись уже быстрее. Вот они здесь стоят. Так, надеваем маску. Так он уже был здесь. Ну, все, ушел. Отлично. Так, заводим, заводим, заводим ее до конца. Вот, 3 часа ночи. Здорово. Так, вот, Фредди. Олд Чика. Олд Фокси. А тут они обычные. Был он Блой, куда ты делся? Так, 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 кто-то лезет в вентиляции. Вот, Олд Бонни. Быстрее, надевай. Надевай. О, Фокси пришел, Фокси пришел. Так. О, давай. Шкатулка разряжается. Уже, 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 заводись, заводись, заводись. Чика, Олд Бонни, Олд Чика. Нет, заводись, заводись. У. Так, ну они ушли, нет. Куда они делись? Я успел! Скажи, что я успел! Надеюсь, я успел надеть эту маску! О. Балонбой пришел! А, вот и... Вот и Фокси! Ну же! Ай, заводись! Нет! А, я не успел! Я не успел! Я сейчас проиграю! Так, так, так. Ну. Вот он, Фокси. Тут никого. В левой вентиляции тоже никого. Фонарик уже наполовину разрядился. Так. Ну же. Я успел надеть. Надеюсь, я успел надеть маску. Так, шкатулка. Разряжается. Быстрей. Быстрей, быстрей. Олд Чика. Олд Чика здесь. Давай, 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 заводись. Так. Там стоит Олд Бонни. 4 часа ночи. Я смогу. Я должен успеть. Так, заводись, заводись, заводись. Ну, надеюсь, я успел, надеюсь, я успел. Только не прыгай, я же успел. О, я успел. Так, там Олд Фокси. Ну, давай уже. Заводись, шкатулка. Так, надо ее до конца довести. Заводись. Всего лишь 1 час остался. Я выиграю. О, Чика здесь. Так, надеваем маску. Тут ее нет. Ну,
Я успел? Да, чё ты никак не заводишься? А где этот... Этот... Бонни... Вентиляции... Надеюсь, я успел. Там всего лишь один час оставался. Если я сейчас проиграю, я с ума сойду. Я успел. Так, Фокси. Вот он. Кролик. Так, давай, Фокси, уходи. Ну же. Да сколько можно на тебя светить? Так, Фокси ушел. Катулка заканчивается. Заводим быстрее. Ну же, когда эта ночь уже закончится? Давай. Заканчивайся. Есть! Ура! У меня получилось! Наконец-то я это сделал! Фу, волшебник смог это сделать! Класс! О! Катсцена! Ничего не видно! Так, это Бонни! Нет, и это Фредди! Это пиццерия! Тут ничего не видно! А это Чика! Слева Чика! Вот он, Фредди! Это Фредди или это Колд Фредди? А, это Шадоу Фредди справа! И обычный Фредди! Четвертая ночь! Неужели? Привет. А, эй, там. Четвертая ночь. Четвертая ночь? У вас все получится. Отлично. Хорошо. Так, я хотел бы вас предупредить о том, что... О, шкатулка. Шкатулка, надо ее завести. Нас могут закрыть в течение нескольких дней. Какое расследование? Я хочу подчеркнуть, что вообще происходит? Ну, компания «Фазбир» полностью отрицает какие-либо нарушения. Какие нарушения? Их случается иногда. Я не понимаю. Это расследование будет длиться в течение нескольких дней. О, вот просто он. Держите ушки на макушке. Я буду держать вас в курсе событий. Ух, как взгляд со стороны, так, это старайтесь Фокси. Избегать зрительного контакта с любым аниматроником. Зрительного контакта? Если вы можете. Кто-то взломал их систему распознавания лиц. Ого. Мы не уверены в этом. Но персонажи ведут себя очень необычно. Почти вообще очень необычно, да. Детьми-то они взаимодействуют просто отлично. Но когда они сталкиваются со взрослым, они смотрят совсем другим взглядом. Ужас. Ужас. В любом случае, держите маску наготове, вы это пройдете. Спокойной ночи. Так вот он, Олд Бонни. Ему легко сказать, держите маску наготове. А тут этот... О, это же Мангл. Наверху Мангл висит. Так, Фокси пришел, Фокси. Всего лишь час ночи. А мне уже шкатулка полностью заканчивается. Так, ну чё же она так быстро заканчивается? Я уже устал заводить эту шкатулку. Уже... Так, куда делся? Вот он. Баланбой вентиляции. О, Мангл на седьмой камере. Кто-то лезет в вентиляцию. О, это же Олд Бонни. Баланбой. Слева вентиляция. Но я не успеваю. Почему она так быстро? А почему? Он уходит, нет? А чё он не уходит? Почему он не уходит? Я не понимаю, почему он не уходит? Что происходит? Да заводись ты уже! Жесть! Ладно, ребят, все, я не могу уже больше в это играть. Пусть красный игрок из Among Us продолжит. А с вами был волшебник, я смог пройти третью ночь. Четвертая мне не удалось пройти. Надеюсь, кто-нибудь другой пройдет. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что нужно делать, чтобы пройти эту четвертую ночь. Всем пока.